Андрей Усачев, леталки. Мы сидели на сиделке и свистели в две свистелки и глядели в небосвод. Вдруг глядим, летит леталка, то ли муха, то ли галка, то ли целый самолет. Мы решили сбить леталку, запустили в воздух палку. Может, палка попадет в неизвестную леталку, то ли в муху, то ли в галку, то ли в целый самолет. Не попали мы в леталку, и не в муху, и не в галку. А навстречу из ворот выезжала проезжалка. И попала наша палка с жутким грохотом в капот. Бах! Мы бежать во все бежалки. А водитель проезжалки, как воралку, заорет, что открутит нам бежалки. Оторвет соображалки и сиделки надеет. Укатила проезжалка, улетела вдаль леталка. Грелка по небу плывет. Мы сидели на сиделке и свистели в две свистелки. Может, гавкалка пройдет.